Здравствуйте, товарищи. Давайте покатаем Варобот. Онлайн в клане много, но почему-то пати мне не предлагают. Ого, тут народ играет. 9 из 41. Давайте, пока они там думают, или с боя выходят, или что. Пособираем ресурсы, улучшим арканчик. Здесь завершаем. Отлично. Спектр 12 уровня. Супер. И у инка пойдем арканчик загонять в МК2. Голда улетает. Первого уровня. Так. Арканчик по старой экономике. Да, по старой экономике. Ну и по плану у меня лучше его до 10 МК2. 10 МК2 наносит урона примерно столько же, сколько просто 12 левел. Если голда останется... А, мы даже не сможем до 10 улучшить. Угу. Ну, значит, с 9 пойдет улучшаться. 10 МК2 наносит повреждений примерно столько же, сколько просто 12 левел. Так, ну все. Спектр красавчик стал 12 левела. Так же, как его брат на арканах. Это новая экономика, это старая экономика. В планах пока спектров качать у меня нету. Пока будем оружие качать. И здесь что мы? Тут я за рекламу посмотрел. Это забираем. Фалкон. Фалкон у меня уже есть. Так, скидочки. Голдишка полтинничек. Ага, ага. Это невыгодная скидка. Сколько здесь? 120 рублей примерно стоит. Угу. Понятно. И здесь ресурсики пособираем. Вообще неплохо. Правда, стоит 3000. Дороговато. Ховера исключаем. Пока робот бесполезный. Только для фана можно качнуть его. Бустер щит. Отличный. Недорого, 800 всего лишь. 25 ключей. 2,5. Ни о чем. По нынешним меркам ни о чем. Флексы. Флекс оружие классное. Но оно у меня по новой экономике. Хрен когда я качну я. Без доната. Если разработчики не одумаются, то, соответственно, качать пока в планах у меня этого нету. По новым ценам. Так. А давайте здесь серебро можешь исключить. Или вот так. Глори это, в принципе, это нужное оружие. Вот так сделаем. В принципе, можно Глорию получить, конечно. До конца прокрутить, но надо ли это? Давайте еще. Хотя зачем крутить? Сказали же, с 1 декабря примерно, да, можно будет собирать за серебро. Не будем крутить, подождем. Так. Спарки исключаем. А тоже сейчас геморрой, получишь оружие, и что с ним делать? Прокачать его нереально. Нахрен нам нужно вообще? Вопрос возникает. Тут сейчас зарабатываешь в основном серу и бустеры. Больше тут, в принципе, ничего не нужно. Раньше тут все голду фармили. Голду исключили, хитрые пиксы. Так, что насчет клана? Клан опять не алё. Странно. Давайте бустеры посмотрим. Ключи
хренак, серебро хренак. Защита двухчасовая идет. Один день. Жалко мне тратить. Возможно, на выходных сделаю стримчик или побольше поиграю. Тогда уже активирую надолго бустеры. А так пока поэкономлю. Ну и давайте пособираем пачку. Просто так, что у меня глючит что ли? Вот, вот, пошло. И поглядим хобота. Мне нравится на него смотреть. Зачем-то сделал из него робота поддержку. Мне нравится Фалкон на огнеметах или экзодусах, вообще неплохо. На экзодусах классно, стоишь за укрытием, выпрыгиваешь, разряжаешь с трех экзодусов, заливаешь, вообще отлично. Вот Булвард на огнеметах, отлично. Спектр, пульсары качает хобот. Спарки тут качает. О, бродяга принял взвод. Без фула не пойду. Ясно, пока. Давайте отпишемся. Это бородяга писал, что ему победы там что-то. Нужен топчик. У меня 98 побед. Хочет до 100 догнать. Во, да. Он не хочет проиграть, бродяга. Статист. Давайте поглядим статиста. 98 побед. Еще бы урон сделал. 666666. Так, что у нас? На чем статист играет? Пуниши. Ага. Спектр. Хаечи. Ладно. Они, наверное, фулочку собрали и гоняют фулочкой и не читают чат. Полетели. Рандом кошмарит. Целых 25 секунд ожидания. Я разминочный бой играл, было 20 секунд. Куда-то делся народ. Ну давайте ждем. Придумали бы еще бы во время ожидания мини-игру какую-нибудь. Сапер или что-нибудь такого, косынку. Блин, карта ужас. Не хочу на ней играть. Давайте выходим. Играю 3 боя. И играет на такой большой карте. Я разминочный бой играл на этой карте. Стояла во сплошную. Даже гонки, в режиме гонки за маяком. Стояла. Ну что сказать. Рандом есть рандом. В рандоме разные игроки играют. Подбор сейчас не очень. И лиги не отражают, повторялся, уже говорил уже, повторяюсь, что не отражают реальную боеспособность ангаров и игроков. Играешь много и попадаешь в чемпион. Противники, страйдер вижу. Вот он. Бежит на центр, давайте попробуем центр защитить. Конечно, щит сейчас мощный стал. Вот, щит ему поснимали. Центр он займет. Ну, давайте его сольем. Вот, он выскочил на нас. Отлично, взорвался, нас не задел. Так, мы сейчас профукаем там маяк. Это будет беда. Они будут респаться и нас закромсают. Все, наш маяк, наш маяк. Им сейчас сгорит. Нахрен. Ну куда ты лезешь, Инк? Почему-то не захватил маяк. Каким хреном? Так, прыжок у меня есть. Ну и давайте прыгать на маяк. Там что-то творится ненормальное. Беда с маяком, беда. Рандомщики не вывозят. Спектр 12 уровня. Угу.
Так, кто-то меня активно заливает. Каких-то там сторон слева-справа. Со всех сторон заливают. Так, два тарана есть. И он сейчас респанется, естественно, там. Да, с командой мне явно не повезло. Хачик ничего не подозревает, мы его сливаем. Ага, не можем слить. Давайте пока, знаете, что, постоим на фуре. И... Потому что сейчас все наши сдохнут, и я буду в одиночке на фуре стоять. Нет уж. Пока наши еще более-менее живы, я лучше на фуре постою. Один хрен мы 100% проиграем, это уже понятно. О, дробаши новые. Да, наши ракообразные. Вот поэтому бродяга и не стал со мной играть. О, тормознули меня. Лансик, ты мне вообще-то перекрываешь стрельбу. Твою мить, а. Вот что за команда? Стал передо мной и стоит довольный. Радуется жизни. Так. Ну давайте, давайте. Меркурий, как долго ты сидишь в инвизе? Давайте. Иду уже в атаку на размен. Сейчас возьму инка и буду прыгать. Давайте, берем инка. Здорово, братюня. Иди в ангар. Так. Так, Спектр, ты следующий. А, все уже, продули. Больше полляма я точно настрелял. Серый, ух ты, как дали, сука, серый. Миллион настрелял. Ракообразные проиграли. Что у нас тут? Да, у них фулка у хобота. Вот статист хренов, а. 110 набивает, чё ж тут. Полетели опять гонять. Это бустер за серебро у меня активен, поэтому серебра так много дали. А если еще будет и премиум, так то вообще нам мешками серебро будут давать. Да, красиво смотрится. Спектр 12 левела. Так, противники, вот смотрим, у них точно не клан. Ой, ну ё-моё, а наши-то еще хуже. Чисто визуально смотрю. Страйдер? Чё у него там было за вооружение? Так, ну у нас гонка, я постараюсь сейчас на центр прыгать. А, сверху есть. Тогда пойду снизу хачика забирать. Ну, у тебя разряженный. Ааа, инвиз включил. Давайте теперь перезарядимся. Да, 10 секунд. И как тебе цепануть? Попадаю, попадаю. Он боится меня. Ну все, у него уже способность, в принципе, готова. Центр пока мы держим. Ох ты, вылез как. Кто-то сзади мне кошмарит. Или кто это? Угу, так. Прыгаем сюда, тут что-то беда творится. О, паучар такой жирный. Слить его не могу. Сколько там у него хп? На бустерах? Так, у меня моднявый стал спектр. Пока не вылазим. Сейчас будем прыгать на центр. Вниз. А, дай прыгнуть! Нет, не получилось. Так, кого-то мочканули. Инка мочканем. Прыжок у тебя есть? Нету? Нет прыжка еще, да, смотрю. Ой, как хорошо. Лео!
Что ты тут делаешь, дружище? Чемпион лиги или это Боа даже, не знаю. Отлично. Ну и чё? На, они держат. Еще Лео вышел. Так, блин, у меня арканы разряжены. Ну, придется прыгать, конечно. Не зря спрыгнул. Ой. Давайте огнемет перезаряжаем. Обездвижен. Ну ты его обезвидел, а кто его будет добивать? Давайте, может, попробуем через верх атаковать. Сверху вон сидят. Как раз арканы зарядятся, нам торопиться в принципе некуда. Арканы долго перезаряжаются. И резб же сверху, они будут появляться на центре. И окажутся, вот они. Вот он сверху и оказывается. Вот, впитывают урон, впитывают. А, вон, мало жизни осталось, да. Огнемет МК-2. Ух ты, мы его и уработали. Отлично. Даже здесь также появляемся. И уж точно сейчас будет им больно. Это паук вроде бы, да? Турки из жаб. Не, это не паук. Туломбасник. Так. Короче, я даже паука не забрал. Ну ладно, ничего страшного. Попробуем через низ атаковать. Так, а кто там помогает ему? Фура какая-то. А, щит-то понерфили. Что-то наши-то лошатся, походу. Где стреляют по нашим, не могу понять. Сверху вон кто-то прыгает. Трое осталось. Ну, фуру, наверное, сожгем. И все на этом. Так, к краю не подходить. Щит сломан. Теперь только шанс вплотную к нему подойти. Побольше урона влить. Не получилось. Да. Осталась у меня одна фура. Ох ты, инк сейчас выйдет из инвиза. Да. Все-таки наша команда была похуже. Послабже. Ну и тебя тоже в ангар отправляем. 3 на 4 бой идет. Спасибо. По тебе так хорошо стрелять, когда ты летаешь. Можешь еще раз так сделать. Там может, нам могут наш маяк захватить. Надо выходить. Ну, давайте возле этого держаться. Он будет лечить нас, наверное. Да. Конечно, вообще беда. Ох ты, промазываю. И паука уработали. О, весь огонь по мне. Да, скорее всего, надо было мне на Болгарине поаккуратнее играть. Не нужно было мне идти на размен. Надо было от укрытия играть. Ну, сейчас посмотрим. Кто как играл. Кто играл, а кто хренью страдал. Я вот думаю, я лям свой точно сделал. Что не скажешь о команде. Ох, сера хорошо льется. Лям 800! Твою дивизию, а?
Короче, тащил за всю команду. Давайте посмотрим самого крайнего. Каким хреном он попал к нам? Японский бог. У нас фулка, понятно. Серебро. Ключи нужно. Активируем. И полетели. Сыграем еще бой или два. Ну, сами замечаете, видите, что в рандоме просто подбор адский. Как ты не играй, там хоть три ляма сделай, один хрен, ничего не получится. Также отличная карта. Играть на ней в одно удовольствие. Посмотрим команду противников. А у нас-то вроде клан какой-то, смотрите. А? И... Ох ты, господи, Наташа! На Каиндун или как там... А, там разные у нее, и лазеры там. Все, что хочешь. Гриффины, страйдеры. Ну, Болгарина возьмем. Так, свой респа вы заняли, да? Так, а эти, походу, будут... Да, кемперы хреновые. Тулумбасы и шоки, они в атаку не пойдут. Налево два, направо пойду вот я и Болгарин, надеюсь. Дружище, что у тебя, шоки что ли? Ну получай на своих шоках. Пойду Болгарину помогать. Пока маяка 2 на 2, нормально все. Бах, ну ты молодец просто. Так. Спектр, да не толкайся. Но он захватил маяк. Теперь уже, да, мы уже в проигрышной ситуации. 3 на 2. Время работает на команду противников. Гриффин вообще в наглую просто лезет. Посмотрите, что творится, а. Я такого не видел давно. Чтобы на Гриффине играли так безрассудно. А ты нашел, когда у нас? Тех уработали. Камеры сильно не вращаю. Потому что собьется нахрен прицел. Давайте, сильно не будем лезть. Был повернут щитом и получил шоки. Так, персик бежит. Прицел сбился опять у скоржиков. Так, меня вроде даже тормознули ноги. И я думаю, надо брать вот так. Вообще отлично просто. Сейчас, конечно, мной заинтересуется противник. А, пока не интересуется, не будем по нему стрелять. Потому что в инвизии не все вооружения попадают в цель. Так, это наш. В принципе, уже и прыжок сейчас будет. Все, прыжок есть. О, братюня, что, не повезло тебе с командой? Вроде бы клан известный. Что-то мне чисто визуально, я иероглифы помню такие. Ну все, что ты боишься меня? У меня перезарядка. Угу. Так. Далековато. В самый раз. О чем ты вышел? Так, что-то прыгающее. Спектр, да? Эх, негодяй, влил у меня урон. Отлично. Ну, нашел. А, не забрал спектра. Ой, хачка. Надо будет клан посмотреть. Насколько помню, клан сильный. Где? Кто? Так. Шекермен. У меня есть прыжок. И меня еще лечат. Отлично. Эх, поздно ушел в инвиз.
Ну, чудесная катка, конечно. В предыдущем бою вот такая же команда ракообразная была на моей стороне. Ну и давайте посмотрим, сильный, не сильный клан. Это я кого видел? Вроде бы вот этот. 34 место. Да, просто решил парни сходить в рандом. Да, вроде этот. Сходил, называется, в рандом. Подобрали ему команду. Так, ну давайте, бой был быстрый, и еще один скатаем. Гоночку. Я играю только гонку, она мне нравится, динамичная, бодрые бои. Ангар, который мне нравится, если режим этот, как там, где там ангары пиксов. Там сейчас футбол играют. Там уже всякая фигня несерьезная. Мне нравится что-нибудь посерьезнее. Серьезные роботы, серьезные тактики. Так, ладно. Кор, вы это видите? Сколько тут их? Пятеро? Все, можно сразу выходить. Ох ты, что с тобой, дружище? Тебе плохо, заболел? Ну это кор. Это просто сейчас будет избиение младенцев. Жизни у этого чудовища 250, насколько помню, когда он целый. Изначально. Ух ты, успел, выжил. А, не любили его. А, не, живой он. Так, по мне кто-то кошмарит сбоку, уходим. Так, маяк пока не наш. Занимаю маяк. Маяк наш. Ну и все, нас избивают, я про что и говорил. Боя нормального не получится. На скорожках сжигаем. Огнемет у меня кончился, печально. Будем появляться здесь. И сливаться, естественно. Один прыжок. Одна смерть. Одного робота забираем, остальные все. Кирдык. Сразу убьют. То есть в идеале один раз прыгнул, одного забрал и все. Против этого клана по-другому не получится никак. Че, аркан у тебя не разряжен? Ни хрена себе! Я думал, хоть арканы у него разряжены. Так. Так. Немного раздаю звездячек на фуре. А? Так, фура умрет сейчас. Так. Кто хочет получить звездячек? А, давай. Так. Че, слабо? Давайте, подходите по одному. В инвизе получаешь, нет? Походу получаешь в инвизе. От зета. Так, фура, все, потерял фуру. Берем крайнего бота. Все, бой закончен. Вот такие веселые бои. Давайте поглядим корейцев. 3-3. Вот, ставят корону. Так сейчас будут все и делать. Кто не знает, какой, вот, видите, тоже новое тормозящее оружие. Сейчас будут ставить все тормозящее. Потому что роботы быстрые. Остановил, влил урон. А так, если робот... Опа, я нажал, да? Если стреляешь по роботу бегающему, то мазать будешь регулярно. И крутим... Не, давайте посмотрим, может, что-нибудь нам дали. Вон. 30 голды.
бустер. Опять 2 часа. И сундучки. Давайте также один по 100, другие за десяточку. Да, бредятина. Застольник — это мелочи. Ну и пошли 50 открывать. Угу, мелочи выпадают. Паттона. Угу, голдишка. Неплохо. Угу. Бо! Семерочка голды выпала, неплохо. По-моему, голды выпадают меньше, чем обычно. Такое ощущение. Голема. Че я с ним буду делать? Поставлю на третий ангар нагибать корейцев. Чтобы они со смеху умерли. Только если не со смеху умрут, в этом случае я смогу выиграть на таком роботе. Для чего вы таких роботов даете? Паттон, голем, бо. Ну, спасибо, конечно. Лучше просто сразу эквивалент. Ну, можно их продавать. Вот давайте попробуем бо продать там. Неплохо получается. Только в качестве эквивалента серебра рассматривать данных роботов. И ключики, отлично. Давайте, делайте ставки. Я вот делаю ставки, что бо стоит 50 тысяч серебра. О, 100 даже, ни хрена себе. Ну, конечно, выгодно, ё-моё. Паттон тоже, голем тоже, по стольнику все. 100. Вообще отлично. Надо как-то заняться своим ангаром и все нахрен попродавать лишнее. Там серебра будет, мне кажется, миллионов на 100 насобирается. На этом все. Спасибо, что смотрели. До встречи.